Напекла, ребятки, пряников имбирных. Их много, они разные. И снежинки, и в виде сердечек, и елочки, звездочки. Некоторые уже упаковала, такие подарочные пакетики. Все внутри. Сейчас покажу. Вот так вот они выглядят. Это на заказ. И эти тоже надо определить, тоже их заверну. А заверну, наверное, в другую коробочку. Так как окошечки открываются в нашей коробочке. Интересная подарочная коробка. Они такие ароматные, такие вкусные, нежные. Не могу. С чаем самое то. В этот раз я сделала их немного сладковатыми. А следующую партию запакую так. Такой подарочный пакетик. Тоже интересно, красиво. И на подарок очень. Очень такие даже. И еще, ребятки, такую красоту сделала. Это имбирные домики. Эти меньше чуть, этот чуть побольше. Видите разницу? Этот побольше, этот поменьше. Имбирные пряники. Вернее, имбирный пряничный домик. Они красивые, ароматные. Смотрите, как красиво снег на крыше. После метели, после снегопада. Один я уже запаковала, теперь мне предстоит вот эти вот все тоже запаковать. Это на заказ идут. Три на заказ. А эти подарочные. Хочу соседей порадовать. А, подружки. Один подружке и два соседям. У меня соседи хорошие, поэтому с ними надо поделиться. Одна пара английская пара, а другая канадцы с Канады. Позаглядывать хотите в окошке? Окна у меня желатиновые. Красила снежинками, специально дверь оставила открытой, что если кто захочет, поставить просто свечку вовнутрь домика, и он будет гореть красиво вечером. Венки тоже сделала из сахара, украсила их шариками. Ну, в общем, Новый год, ребят. Скоро-скоро будем праздновать. Сейчас немного присыплю снегом, вернее, припорошу. Сделаю немножко снегопада. Вот так красиво. И запакую. Все. Так, упаковала их все. Это на вынос. Эти три сейчас уйдут, минут через 20 надо вниз спустить. Забирают их. О, еще печенье надо не забыть. А вот я уже и забыла в коробочках. Так, а эти чуть попозже, наверное, через час или полтора. Вот эти три домика. Так что вот так вот они упакованы. А еще добавлю к ним вот такие вот а-ля открыточки маленькие на веревочках со снегирем. Какая красота, да? Здесь можно написать от кого и кому. Так вот подцепить сюда, и будет красота. Все, это моя работа почти сделана на сегодня.